Привет, вы на канале Рокси Компания. Это наша Белочка, та самая Белочка, которая боролась с семечкой. И наша Белочка родила маленьких хомячат. Она очень маленькая, но родила она 6 хомячат. Вот он один вылез уже. Им сегодня 11 дней. У них еще закрытые глазки, но они уже выходят из домика и кушают еду. Сейчас мы их посмотрим. Всех наших 6 малышей. Самое интересное получилось. 6 в маму. Коричневые какие-то непонятные такие. И один всего лишь в папу. Вот они здесь, 6 штучек. Первый раз у нас джунгарик рожает 6 штучек. И она прям маленькая такая, мама ихняя. Прям, ну, очень маленькая. Но красивая. Белка. Вот она, мама наша. Она их, если они выходят из домика, не затаскивает их обратно. Спокойно относится к тому, что они уже гуляют. Беспокоится, конечно, о них. Но как-то так дает им свободу, в общем. Вот она, наша Белочка, мама. 6 родила вот. Вот мама белка заскочила в домик, они сразу оживились, они еще пьют у нее молочко, они еще маленькие. Ну, вот такая кучка комочков у нас народилась. Хотя они уже едят перец, вот зелень всякую, зернышки любят. Они уже щечки набивают. Такие забавные. Ну ладно, пускай они отдыхают, вошкаются. Не будем им больше мешать. Белка, это наша мама. Вот такая у нас белка. Белка, красотка. Мама героиня. Ну вот, мы повидали наших малышей, попроведывали. Всем пока-пока!